С начала года на дорогах обслуживания Сергиево-Посадского отдела ГИБДД было зарегистрировано 85 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек погибли и 89 получили ранения различной степени тяжести. Также имеется, значит, погибший один ребенок и 5 детей пострадало в возрасте до 16 лет. Сотрудниками госавтоинспекции проводится работа по снижению дорожной аварийности, это проведение различного рода информационных мероприятий, рейдов, акций и так далее. Но хотелось бы сейчас обратить особое внимание на изменение погодных условий и обратиться ко всем участникам дорожного движения, быть предельно внимательными на дороге. Именно к водителям обращаюсь, соблюдать скоростной режим, дистанцию, учитывать погодные метеорологические условия. Потому что возможно на некоторых участках дороги уже определенное обледенение. Соответственно, выбирать соответствующую скорость для движения. А к пешеходам обратиться с призывом также соблюдать правила дорожного движения при переходе проезжей части. Юному поколению, так скажем, не использовать во время перехода проезжей части различного рода гаджеты, наушники и заботиться о своей безопасности, но и в целом обратиться ко всем, что, соблюдая правила дорожного движения, мы показываем и юному поколению, как себя необходимо, нужно и правильно вести на дороге. И вопрос, пора ли водителям менять резину? Здесь, я думаю, конкретно можно сказать то, что нужно учитывать особенности своего транспортного средства, стаж вождения, и каждый в индивидуальном порядке для себя должен решить тот период, когда необходимо осуществлять замену, значит, летних шин на зимние.